Всем привет! Меня зовут Даша, я приглашаю вас на канал «Будни матрешки». Я просто снимаю на камеру свою жизнь с маленьким ребенком, а также разные приколы и челленджи с участием моей подруги Нины. Заходите на канал, подписывайтесь, поддержите меня. Мне будет очень приятно. Ссылка под видео. Ребят, всем привет! Мы сейчас забрали Дашу. Привет! Всем привет-привет! Сейчас окошко закроем. В общем, мы сейчас с Дашей едем опять на занятия. У нас третий день учебы, да? Да. Третий. Первый день мы не снимали, второй сняли. В общем, третий день учебы. Сегодня у нас свадебный макияж. У нас будут модели сегодня, и мы будем на них отрабатывать макияжики. А Олег поедет сегодня в Чебоку. Да? Будет заливать фундамент, снимать для вас видео, вас радовать. Наконец-то видео на его канале. Да, Леженька? Да? Будешь? О, ты чё? Будет. Я его заставлю. В общем, ребят, мы поехали. Следите за нами. Матрёна. Ивановна. Мы доехали до Кати. Смотрите, у Кати сзади синие волосы. Катя Крутыха у нас. В общем, мы приехали, сейчас обсудим кое-какие моменты. Подготовились уже тут наш нимб. Все, обсудим сейчас какие-то моменты и подождем модельку и будем делать. Одна придет? Да, одна, вторая я. Отлично, вторая отлично. Я. Поэтому не страшно. Так что, ребят, будем вам все рассказывать и показывать, следите за нами дальше. В общем, сегодняшнее наше занятие подошло к концу. И сейчас я вам покажу, какой макияж получился у меня. Я сегодня Катю собрала, она у нас в качестве невесты. Вот такая вот красивая у нас замечательная невеста получилась. Как вам? Напишите в комментариях обязательно. Мне кажется, очень-очень миленькая. Тебе понравилось, Катюш? Очень. Нина молодец? Нина молодец. Даша молодец? Даша тоже молодец. Прям горжусь вами, девочки. Ой, молодцы. Сегодня большие умницы. Маша, дай нам, я покажу, что Даша еще сделала. А Даша сделала Маше макияж. Смотрите, какой красивый. Вот такие две разные совершенно невесты у нас получились. Так что наши контакты мы ставим под видео. Обращайтесь. Все, ну мы на этом заканчиваем наше сегодняшнее занятие и едем домой, да? Пока-пока. Все, всем пока. Мы едем жить в кайф. Все. Всем привет, мои дорогие друзья. Сегодня у нас последнее занятие у Катюши. Нам сегодня Катюша преподает Smoky Eyes. Красивые темные глазюшки. В общем, моя модель, я ее накрасила. Она быстро чик-чик убежала, я забыла, что хотела ее снять. В общем, я вставлю сейчас фотографии. Вы посмотрите, какой классный мейк получился. И напишите обязательно комментарий, понравился ли он вам. У нас работает Ташулька. Я балдю от ее волос. Катюшечка, как дела? Все хорошо. Все хорошо? Да, вы сегодня прям очень-очень быстро справляетесь. Даша тоже уже заканчивает. Ты печалишься, что у нас последнее занятие? Да, я печалюсь. Печалишься? Я не хочу с вами расставаться. Да. Ну не плачь. Мы еще на брови к тебе придем. Отлично. Так, Дашулечка работает. У нее прекрасная модель Настя сегодня. Ей рисует красивый зеленый смоки. Настя, привет. Закрой глазки, посмотрим, что у тебя. Вот такая красота будет. Но это еще не конечный вариант. Да, сейчас сделаем подводку, наклеим реснички и отпустим красоту. Да. Вот. Это мое рабочее было место. Видите, как все-все-все. Взрыв. Взорвалось. Да, взрыв чемодана визажиста, да, тут произошел, наверное. Да. Мне кажется, так всегда. Перед первым клиентом порядок-порядок. Клиент уходит. И все, и взрыв. В общем, сейчас будем все убирать, собирать. И я вам покажу, что получилось у моей Дашули. И все. В этом видео, кстати, будет два видео, два дня занятия. Прошлое наше занятие я его еще не выкладывала. Ну, оно будет вот перед этим, как я сейчас вам говорю. Вот. Так что любуйтесь красотой. Вот Даша закончила макияж. Настёна у нас красивая. Ну-ка, закрой глазки. Ой, вообще, зеленушечку обожаю, красивая. Вот такая у нас девочка красивая получилась.
Дашулька решила снять подводку, когда уже мы собираемся уходить. В общем, мы сейчас все вместе идем вчетвером, идем пить кофе, да, девочки? Да. Да, все, следите за нами, всем... Всем пока. Всем пока. Мы уже выходим, пока Катя там что-то делает, мы решили ее закрыть до следующего раза. Закупорить навсегда. А, быстрее, пока она не чухнула. Ну все, пойдем кофе пить. Да, достойное завершение обучения. Да. Там кто-то кричит, ты не доставайся ты никому. Я не знаю, кто там. Я ничего не знаю. Все, мы идем в кафе. Очень плохо слышно, да. Да. Все, препод пускай сидит и ждет нас. Ха-ха-ха, мы злые ученицы. Ладно, мы не такие злые, решили ее выпустить. А то вдруг нам еще к ней ходить придется. Такая училка в очках таких. Вот сразу видно, да, смотрите, учительница, значит, одета как учительница, и сразу понятно, что она преподает губёхи. Ну все, пойдемте, девочки. Мы идем в кафешку. Решили сходить в кафе «Белочка». Не знаю, что это за кафе, ни разу там не была. Сейчас все узнаем. Тут смотрите, какие прикольные дома. Мне так нравится на Лесопарковой у нас. И огромная высотка. Прикольная. Мы пришли в «Белочку», а тут... Та-дам! По техническим причинам мы работаем с 18 часов. Все, нам осталось ждать 7 минут. Причем это второе уже заведение, где такая фигня, пока мы идем. Все, ждем. Девочки, мы пришли в «Белочку». Девочки, мальчики, подожди, подожди. Вот так тут прикольненько. Катя куда-то у нас уходит. В общем, здесь все прикольно сделано. И смотрите, новогодняя елка стоит. Ну, капец. Новогодняя елка. А там макияж новогодний, у меня. Да. А там у нас аквариум. В аквариуме у нас повара ходят. А это Катюша. Убежите, мне же надо чичить. Я чичить, это не как чилка. Наша учительница что-то готовится суетиться. Здесь это. Это елочки. В смысле, не так? Нет. Мои мамы. Мне, чтобы хоть пакеты не покупать, сейчас принесу чай, будем чокаться и поздравляться. Это что? Ну сегодня же... Ну чуть инфаркт не случился. Ну сегодня же как бы выпуск у вас. А то я думаю, мы и так чокнутые чуть-чуть. Чуть-чуть. Ладно, ждем чаек. Вот так и ходить с ними в кафе, куда-то разговаривать, общаться. Смотрите, все уткнулись, свои гаджеты вообще. Негодяйки. Ты что не отвечаешь мне на сообщение? Сейчас, подожди, достану. Сам я тебе там... комментарий написала и лайк поставила. Капсулок там... не выключила? Все как полагается? Так, ну давайте, погнали, что у нас тут есть. Нам принесли чаечек. Это мы с Дашей заказали малиновый чай. А Катя себе заказала ежевичный, да? Да, ежевичный бриз. А Настя ждет свое кофе со своим супердесертом. А, тебе уже принесли? Я даже не заметила. Поставили за это? Белочка официанты подкрадывается незаметно. Да, да, да. Прям как белочка к алкоголикам. Да. Незаметно. Вы все еще ждете, я уже тут. Объяснять можно? Давай. Я вырежу. Давай. Все твои речи вырежу. А я просто ухожу, ты будешь. Как ты смотреть-то? Да ты просто на нас смотри. Вот так со стороны. Так, слушай. Девочки мои дорогие, сегодня у вас было последнее занятие. Вот, вы к последнему занятию прям разогнались, быстро все очень делаете, очень качественно, вы молодцы. Я вами очень горжусь, несмотря на то, что у вас был перерыв в работе, но я прям верю, что вы готовы. Вот, в общем, вам больших успехов, не теряем друг друга из виду. Вот, в общем, я вами горжусь. Все, вперед. Спасибо. Давайте. Чинь-чинь. Чаечки, чаечки, на телефон не пролить, в камеру ничего не видно. Спасибо. В общем, мы сидим, пьем чаечек. Катюша супчик вкусный кушает. Там мальчики поварята собрались возле аквариума. Да, кстати, знаете что, они все, короче, с бородами, и ни у кого борода не прикрыта, представляете? Смотрите их, как много там. Вообще кошмар. Вообще. Как тебе, Маша? Да?
Молодцы, ребята. Звезды Ютуба теперь мальчишки-то у нас там. А ты можешь, тебе там машут. Да-да-да.